Культура письма – важная часть традиционной китайской культуры. Сегодня, когда люди привыкли обмениваться короткими сообщениями, бумажные письма не в ходу. Однако есть такой человек, который часто общается с другими посредством писем. Это председатель КНР Си Цзиньпин. Всем привет! Меня зовут Александра, я из России. И сейчас работаю в управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках в качестве редактора и корреспондента. В апреле 2021 года я вместе с другими иностранными студентами Пекинского университета написали письмо председателю Си Цзиньпину. И в июне того же года нам повезло получить ответное письмо. Уважаемые иностранные студенты, обучающиеся в Пекинском университете, здравствуйте, ваше письмо получил. Вы активно изучаете традиции и культуру Китая, историю КПК. Это очень полезно для понимания прошлого, настоящего и будущего Китая. В Китае есть поговорка «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Посещайте больше мест в Китае, узнавайте больше о настоящем Китае, делитесь своими мыслями и опытом с большим количеством людей, играя позитивную роль в укреплении взаимопонимания между народами разных стран. Это ответное письмо тоже для меня доказало ту концепцию, о которой постоянно говорит председатель Си Цзиньпин, о сообществе с единой судьбой человечества. Неважно, откуда мы, неважно, чем мы занимаемся, на каком языке говорим, мы все одно общее общество, мы как одна семья. Александра говорит, что следует завету Си Цзиньпина, старается как можно больше увидеть собственными глазами и рассказать об увиденном друзьям и знакомым. Для меня председатель Си Цзиньпин, как я думаю, для китайского народа, очень дружелюбный и открытый лидер страны. Я постоянно вижу, как он приезжает в села, в деревни, общается с представителями самых разных профессий. Такое чувство, что он во всем разбирается. Он всегда делает то, что говорит. Он постоянно общается с народом, он понимает народ, и он работает на благо народа. Письмо Си Цзиньпина укрепило Александру в намерении стать посланником дружбы между российским и китайским народами. Получив степень магистра по журналистике в Пекинском университете, девушка решила остаться в Китае и устроилась на работу по специальности. Она часто публикует различные видеоролики и интервью как на русском, так и на китайском языке. У нее много поклонников, в том числе в китайском сегменте интернета. Александра всегда отмечает схожесть многих традиций Китая и России. Она уверена, что более тесное взаимодействие двух стран пойдет на пользу проживающим в них народам. Об этом же в мае этого года на церемонии открытия пленарного заседания Евразийского экономического форума говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что Китай не может развиваться вне Евразийского региона и подчеркнул намерение Пекина продолжать сопряжение инициативы «Один пояс, один путь», которая в этом году исполняется 10 лет, с Евразийским экономическим союзом. Это сопряжение принесло очень много пользы для нашего простого народа. Например, год назад открылся первый автомобильный мост между Россией и Китаем в Хэйхэ и Благовещенск. И только вот за время открытия уже мы увидели результаты этого сотрудничества. Маршрут грузовых перевозок был сокращен более чем на 300 километров. И мои русские друзья, которые живут на Дальнем Востоке, они заметили, что товары из Китая стали приходить намного быстрее. С Россией Китай связывают очень тесные отношения. Она стала первой страной, которую председатель КНР Си Цзиньпин посетил с госвизитом через неделю после закрытия двух сессий в этом году. Этот визит стал 9-м для него на этом посту. 10 лет назад председатель Си Цзиньпин, когда только вышел на свой пост председателя КНР, первый визит он нанес именно в Россию. На самом деле, помимо официальных визитов, у наших лидеров стран также очень много простого дружественного общения. Сколько раз мы видели их, как они вместе празднуют свой день рождения, они вместе ездили на высокоскоростном поезде, они вместе пекли блины, пробовали нашу икру и мед. В своих разговорах они часто обращаются друг к другу как «дорогой друг», и этот диалог, установленный лидерами наших стран, он также принес, конечно, невыразимую пользу и влияние на отношения наших народов. Александра рассказывает, что прочла большое количество китайских книг, от классических до современных. А в работе, говорит девушка, ей сильно помогает серия Си Цзиньпина о государственном управлении.
Больше всего из этого труда ей запомнилась мысль о том, что в отношениях двух стран самое главное – близкие и сердечные отношения между народами. В своей работе мы стараемся искать как можно больше общих схожестей, общих симпатий, тем, которые были бы интересны российской публике.共同应对各种全球性挑战。中国人民愿同世界人民携手开创人类更加美好的未来。